Привет, я Светлана Мироненко, я актриса и наставник актеров. 12 лет снимаюсь в коммерческой рекламе, в коротком метре на ТВ в России и за границей. Свою первую роль в фильме я получила в Сеуле, Южная Корея, в 2018 году. Весной 2021 года я получила утверждение в финальный отбор на главную роль в первом в мире фильме, снятом на МКС, и проходила комиссию для отбора в космонавты в Роскосмосе с 20 другими актрисами. Начала сниматься на ТВ я в 15 лет, когда за компанию с подругой пошла на кастинг для телеканала СТС. Закончила социологический факультет Российского государственного гуманитарного университета. После этого 3 года проработала в офисе телевизионной компании, а потом еще 1,5 года работала флористом и оформляла свадьбы с ведущей командой свадебных декораторов в России. Спустя несколько лет попробовала себя в моделинге, стала получать актерские работы и начала профессиональную карьеру актрисы рекламы. Снималась для ведущих компаний с распространением в США, Индонезии, Турции, России, Испании, Южной Корее, Таиланде и Китае. Я минималист. Свободна от вещей и места проживания. Постоянно нахожусь в путешествии, изучаю рынок и начинаю сниматься там, куда отправляюсь. Эти знания я передаю актерам и людям вне профессии, которые решили попробовать себя в новой области. Даю все необходимые контакты, кастинг-директора, агенты, агентства, а также обучаю, как быть сам или сама себе агентом для того, чтобы сохранять проценты своих гонораров на рынке. Знаю английский на уровне разговорного и веду занятия на 2 языках. С детства снимаю видео и фотографирую, создаю творческие ролики, а также профессиональные портфолио актерам, пишу тексты, играю на ханге. Создала первые в мире хэндпан-перформансы в диджитал-формате NFT. Буду рада познакомиться с вами. Заполняйте форму о себе внизу под этим видео. И приглашаю вас, дорогие зрители, сыграть главную роль в жизни и перед камерой.